Смотрите в четверг в программе «Процесс». Итоги уходящего года. Избрание Дональда Трампа президентом США. Спектакли Михаила Саакашвили на Украине. История с американским продюсером Вайнштейном. Европа и США во всем видят руку Кремля, но не хотят признавать победу России в Сирии. Сможет ли Запад признать без России не обойтись? «Процесс» в четверг в 21:35.